такая игра. Игра, наверное, и отображает результат, да, то есть 0-0 закономерно, потому что, по сути, игра была такая в центре поля. Единственное, что концовка, вот мы там создали два момента, да, у «Факела» были подходы хорошие, острые, но сыграли организованно в обороне. Вот, и, собственно, надо двигаться дальше, вот, есть нам в чем прибавлять, это вполне естественно. Но на сегодняшний день это ничья. Вопросы, господа? Олег Петрович, да. Стали исполняющим обязанности главного тренера на днях после положения в кубке. Что удалось сделать за столь сжатый срок? Знаете как, что здесь делаешь? Мы, единственное, что пытались и готовились, да, к игре, но в основном у нас было восстановление, потому что у нас, по сути, какая-то пятая игра, да, через... Вот у нас было восстановление, единственное, что парни молодцы, о том, что то, что нам удалось за два дня, по сути, проговорить и попытаться сделать, они сделали на поле. Ну, старались это сделать, это видно, и хороший посыл. Олег Петрович, можно сказать, что первым делом вы будете работать именно на, скажем так, над печкой, над обороной, что второе место снизу в лиге по числу пропущенных мячей, и сегодня постараюсь больше так вторым номером все-таки? Знаете, я бы не сказал, что мы будем строить там, от печки, потому что футбол... В футболе все обороняются и все атакуют, да, всей команды. Вот. Вопрос, ты же можешь и атаковать, вернее, обороняться на чужой половине поля. Да? Вопрос, как ты просто выстроишь и какие действия будут футболистов на поле. Мы будем стараться именно дальше развивать то, что мы начали. Дальше развивать, приумножать для того, чтобы более увереннее смотреться в обороне и тем более увереннее смотреться в атаке. И последний вопрос по кадрам. Аран Касаев не вошел в заявку ни сегодня, ни в кубке, у него травма. И в среду Дмитрий Коробов оправдан по делу о допинге. Как скоро его смогут заявить? Сейчас по поводу Дмитрия Коробова как раз клуб работает, все необходимые документы были предоставлены в футбольный союз. Алан, да, у него было небольшое повреждение, поэтому мы решили немножко так поберечь. Олег Петрович, ваша первая игра в должности его главного тренера Курского «Авангарда» происходила с «Факелом» в Воронеже, а год назад вы рассматривались как один из кандидатов в год. Лично для вас это было какой-то мотивацией, или вы сейчас не думаете об этом? Нет, мотивации не было, потому что у меня нет противостояния. Вот. Наоборот, мне очень приятно, что этот легендарный футбольный город приехал, оказался в гостях, потому что это клуб с традициями, и приятно приехать. Олег Петрович, сегодня, вы знаете, да, Курск-Воронеж – это такое дерби черноземное, на сегодня единственное в лиге. Задаю часто тренерам вопросы, но они чаще меняются, к сожалению. Надеюсь, вы задержитесь надолго. Если будет возможность в летнее окно провести какой-то условный кубок Черноземья, да, где там Курск сыграет, может быть, Липецк, Белгород, Факел, там, Тамбов и так далее, как бы вы относились к этой идее, чтобы болельщики на хороших зеленых газонах увидели футбол, чтобы команды готовились, но при этом и люди могли прийти и посмотреть? Это хорошая идея на самом деле. То есть тем более такой накал страстей, да, предполагается. На самом деле, то есть нужно понимать, что это спорт. Мы можем относиться о том, что вы назвали Белгород, Курск, Воронеж, как соперники, враги там принципиальные, да, а можно отнестись как соседи.
Да, вот я сторонник тому, чтобы мы относились как соседи. И неважно, как команда сыграет, главное, чтобы оставаться всегда людьми. Потому что это спорт, и так бывает. Мы стараемся принести радость людям, да, чтобы они выплеснули какие-то эмоции. Поэтому, если вдруг будет организован такой кубок, он будет интересен просто для всех. Ну, для вас, как специалиста, тоже, потому что можно с кем-то сыграть, никуда далеко не отъезжая при стечении болельщиков. Ну, да, то есть. Ну и чем больше будем играть, тем, может быть, и градус накала там противостояние снизится, да, потому что будем чаще встречаться, и отношения потихонечку могут улучшиться. Так они должны улучшаться. Они должны улучшаться, потому что мы же все люди прежде всего, правильно? Все ходим по земле и все ходим под Богом. Мы все одинаковые. Просто у кого-то разные профессии и в разных городах живем. Спасибо большое. Вам спасибо.